Всем огромный привет, с вами Гоча Ялдер в Play. Всего лишь увидим и сами выясним, какой мастер самый лучший в игре Melon Playground. Как мы это выясним, сейчас я вам объясню. Мы с вами проведем несколько опытов и проверим, какой бластер самый лучший. К примеру, это эксперименты, за сколько секунд перезарядится один бластер. Сможет ли он убить толпу мелонов одной пулей? Ну и за сколько патронов он убьет толпу мелонов? Ставь лайк, подписывайся, переходи, подписывайся на мой телеграм, ну а мы погнали. Вот эти бластеры мы сегодня будем тестить. Сперва мы проверим, у какого как больше урон. Как мы это выясним? Мы просто будем каждым бластером стрелять в голову Мелону, и та голова, которая будет очень уродливая, значит, у той пушки урон больше. Как-то так. Вот, к примеру, вот сейчас мы в этого Мелона стрелим с синей пушки и проверим, какая у него голова будет. То есть мы видим, да, то, что у него такая прям... Прям он помер прям. Вот с зеленой пушки точно так же, но уже хуже. То есть она уже не выиграет, я думаю. И с розовой пушки... Ну, знаете, так тоже не очень. Мне кажется, в этом раунде победила синяя. И, кстати, мы сегодня еще будем оценивать по баллам. И в конце мы с вами посчитаем баллы и выясним, какой бластер самый лучший и какой лучше применять для защиты от зомби. Дальше у нас эксперимент, какой бластер убьет с одной пули толпу мелонов. Но, как мы помним, это был зеленый. Да, мы видим то, что зеленый убил 11, синий убил всего лишь одного, ну и розовый, походу, тоже убил одного, в принципе. Да. Ну и здесь очередной раз выигрывает зеленый. Идем дальше к нашему сочному эксперименту, за сколько убьют они толпу, то есть за сколько выстрелов. Зеленый у нас убил за 2 выстрела, розовый у нас не знаю за сколько убьет, но давайте проверим, мне даже интересно стало. Здесь он просто начал крыть, я еще случайно пытал в последнее время, короче, я запутался, и мне кажется, он точно проиграл, потому что очень много раз он стрельнул. А мы берем самый наименьший результат в этом эксперименте. Идем дальше. Дальше у нас идет зеленый. Со скольки попыток он убьет толпу мелонов? Уже 3 попытки, уже 4, уже 5, уже 6, уже 7, уже 8, уже... Че? Вы видели это? То есть вы видите, уже 12 попыток, но эти 2 мелона, они уже попыхают, я не знаю как так. И короче, ну в итоге он убил с 14 попыток. Ну может чуть больше. И выигрывает зеленый. У кого сколько перезарядка? Это, кстати, очень важно. Если, допустим, вот на вас напала толпа зомби, и вы стрелили, и он у вас перезаряжается миллион лет, то... Вас сразу убьют, сразу, просто, вот, просто возьмут и... Все. Погнали, синяя пушечка у нас перезаряжается с 2 минут. Точнее, блядь, секунд. Зелененькая пушечка у нас перезаряжается тоже с 2 секунд. Ну и... Розовый это просто пулемет. Здесь однозначно выигрывает розовый. Потому что вот это самая лучшая пушка, как по мне. И вот сейчас вы можете видеть все баллы всех бластеров. Ну и победитель зеленый, потому что у него 2 балла. Не, ну конечно, зеленый это мощный, да, то, что он может убить там с одной пули целую толпу мелонов, но пока он перезаряжается, ребятушки, есть шанс, то, что вы... вас уже съедят. Я бы лучше брал на поле боя, конечно, розовый, потому что у него вот самая лучшая скорострельность и, в принципе, хороший урон. У него вылетает целых 2 пули за место одной. 2 пули, ребят, вы понимаете? Его можно чисто всех зомбаков покрыть. Ну и что ж, ребятушки, вот такое видео сегодня получилось. Также можете написать в комментариях, какой бластер вам больше всего нравится. Ставьте лайки, подписывайтесь, переходите в мой телеграм-канал, там тоже выходит очень много всего интересного. Подписывайтесь также на второй канал, ну а с вами был Ялдер в Play, до следующего видео. Пока!